Добрый день, мои хорошие. Какие сегодня у нас новости? Сегодня у нас в деревне цирк. Представляете? Шатер на стадионе поставили. И моя внучка пошла сегодня в цирк. Приехал Кишиневский цирк к нам в деревню. Вы даже не поверите. Сейчас я иду вот пешочком. Посмотрите, какие дома на нашей улице. Вот собаки. Вот здесь. Вот такая улица идет. И вот так идем, идем прямо и дойдем. Да. О, уже дети идут, уже цирк, наверное, закончился. О, моя внучка идет уже с подружкой. А я сейчас дойду до шатера и покажу вам, что вы действительно поверили, что в нашей деревне приехал цирк. Ну, как вам цирк? Я за великом и кататься. За великом и кататься? А цирк как? Я верну. Цирк как? Нормально, шикарно. Шикарно, я вернусь 21:30. Ну, ладно, давайте. Вот здесь башня. Откуда вода поступает в наш дом. Вот. Ну, в 6 часов представление началось, и сейчас 8 часов. 2 часа. Ну, в принципе, нормально. Смотрю, дети очень довольны. А я сейчас дойду до стадиона, и там чуть-чуть поснимаю тогда. Вот такие у нас в Молдавии дома, заборы. Вот. Видите, говорят... У нас плохо люди живут. Здесь большая деревня. Даже не знаю, сколько населения здесь. Раньше вообще очень много здесь народа было. Даже большая больница была. Ну, сейчас тоже есть больница, но уже не в таком масштабе, как раньше. Вот. Так что топаем по нашей улочке. И до стадиона. Ну вот, я подошла поближе. Видите? Вот так. Поснимаю и покажу вам, что у нас действительно был цирк в деревне. Видите? Вот. Вот здесь правила цирка написано. Видите, цирк вправе отказать вам в обслуживании, если вы не трезвый, не соблюдаете санитарные нормы. Ну, вот так-то. Трава тут. Машины. Ух ты, собачка. Собачка. Ох, и там собака. Ну, для детей тут горка сделана-то. Ну, в принципе, неплохо. Батут. Вот там. Здесь вот касса у них была. Я думаю, что завтра они уже уедут также в какой-нибудь другой деревне большой, где есть стимул показывать. Вот такая горка большая. Я с задней стороны, туда впереди не пойду. Ну все, я выхожу с стадиона. Так что такие впечатления от нашей деревни. Здесь очень много магазинов. Два раза в неделю у нас рынок бывает вот здесь в центре. Сейчас я выйду и покажу, где у нас рынок. Приезжают машины из округи вот так. Кто бизнесом занимается, сами люди выходят, у кого есть свой товар, они продают здесь. Я в четверг, наверное, посниму и покажу, как проходит здесь
рынок. Ну вот так и гуляем. Сейчас покажу вам центр. Там памятник есть. Тоже ухаживает. Ну вот здесь, на этой площадке, как бы в четверг и воскресенье, проходит рынок. Каждую неделю, два раза. В четверг он лучше, народу больше. В воскресенье так себе. Вот там магазин продукты чуть-чуть дальше. Здесь у нас центр считается. О, мальчишки играют. Тоже. О, машина. Сейчас покажу немножко вам наш центр. Ну вот здесь у нас памятник. Ухоженный, цветы, деревья. Так что чтят память здесь. Очень много погибших, которые не вернулись с войны. Посмотрите, какая здесь вот. Ну еще вот здесь. И я думаю, что это не все еще, которые все молодые ушли на фронт, все рядовые, рядовые вот здесь, все рядовые, это старший сержант, рядовой, рядовой, старшина. Ну вот, как бы вот такой памятник у нас здесь в центре есть. Вот здесь огонь, правда, не горит. Вот здесь вот всегда свечи зажигают, видите? Вот здесь цветочки тоже. Ну, вот такой маленький вам обзорчик делаю-то.